Уважаемый господин Кремлев, уважаемые коллеги, приветствую вас и очень рад, что встречаемся по такому очень знаменательному поводу для Республики Армения, проведение чемпионата Европы по боксу нашей республики. Честно говоря, до организации чемпионата даже я не знал, что в Армении до этого не проводились ни чемпионаты ни Европы, ни мира по олимпийским видам спорта. И это было, честно говоря, довольно-таки печальный факт для нас. Я хочу поблагодарить вас в этом контексте, что вы доверили нашей стране проведение такого ответственного мероприятия. И надеюсь, что вы довольны уровнем организации проведения чемпионата. Я надеюсь, что вот по итогам этого мероприятия у нас появится уверенность, что мы можем гостить, организовать еще и чемпионат мира. В будущем году мы собираемся принять чемпионат Европы по тяжелой атлетике. И это для нас решение, что постараться ежегодно принять знаменательные спортивные события в нашей стране. И в этом вопросе тоже мы надеемся на вашу поддержку. Вчера я там был, честно говоря, это тоже может оказаться странным, но впервые я был бокс на таком уровне, потому что до этого я никогда не было повода посетить чемпионат Европы или мира по боксу, и было очень интересно. Еще раз приветствую вас и хотел бы еще и узнать вашу точку зрения по поводу уровня организации и вообще по поводу чемпионата. Спасибо вам большое, я рад вас приветствовать. Когда изначально подавал заявку, вот, я знаю, что Армения – это боксерская страна, я знаю, что здесь бокс любит, естественно, Европа поддержала. Вот, я сам ездил, смотрел, до этого приехал еще на открытие когда. На самом деле я вам благодарен, вашей команде, всем. Открытие вы сделали замечательно, на высоком уровне. Следующий правопреемник чемпионата Европы, надо будет поучиться, на самом деле сделали. Самое главное для нас же это условия спортсменов и тренеров. Я поговорил с ними, сегодня еще раз с ними поговорил. Все в восторге от такого теплого приема, от создание условий, это самое главное, в принципе, вот около 40 стран приехало участвовать на чемпионате, вот, и открытие, и проживание, и питание, и ходят по городу, по Еревану гуляют, настолько все в восторге, еще раз вот хотел поблагодарить лично вас и вашу команду, всех, вот, Министерство спорта, Федерация, большую работу провели, вот, действительно, это демонстрирует сегодня, что в Армении можно проводить не только чемпионаты Европы, можно чемпионат мира рассмотреть этот вопрос, потому что есть все условия. И самое главное, вы можете создать и организовать. Вот вы сказали, что так вот это первый раз, да, но можно сказать, открыли ворота вы сейчас